Приморцы, оставшиеся без работы из-за сложной эпидемиологической ситуации, осваивают новые профессии. Обучение проводится полностью за счет государства. В колледже технологии и сервиса во Владивостоке новые компетенции сейчас осваивают 8 будущих кондитеров и 5 парикмахеров. Значит, обучение у нас проходит по федеральной программе для лиц, пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Сюда входят выпускники 2020 года, люди, которые стоят под угрозой закрытия предприятий, и лица, которые потеряли работу. В период пандемии многие потеряли заработок. Трехнедельный курс – возможность начать карьеру с чистого листа. Обучение проходит в сжатые сроки, но студентам повезло. Рядом хорошие преподаватели. Не отпускают, пока не добьются результата. Ну, вы сами понимаете, сейчас ситуация такая, что многие теряют работу. Особенно пищевики, тогда, когда контакт идет непосредственно с пищей, непосредственно с людьми. В нашей ситуации, да, многие потеряли работу, ну и я в том числе. И здесь, в этом тесном, прекрасном коллективе, с нашим волшебным руководителем, мы учимся делать кондитерские изделия вкусно, быстро, интересно, познавательно. Обучение проводится в разных муниципалитетах края на 10 площадках. Новые студенты осваивают самые разные востребованные в современном мире компетенции. Здесь и ремонт, и обслуживание автомобилей, и веб-дизайн, и 3D-моделирование для компьютерных игр, и реклама. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.